Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? Цикада Мелани мне рассказала. Прикольная штука. Попробуем? И как это работает? Мне кажется, там все сказано. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Ну, поехали. А что такое стиль? Разве он стильный? Ну, он же в темных очках и к тому же заяц. Оп, сыр. Давай ближе, ближе. Ладно. Нет, рожки нельзя. А теперь страшно. Ближе, ближе. Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Надуваем щеки. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Теперь секси. Я такая. О, готово. А, клёво. О, вот это круто. Что такое Facebook? Может, что-то типа скраббука? Что писать? Да что хочешь. Ну, фамилию свою, например. Так, и готово. Вот. О, он делится. Нет связи с интернетом. Это как понимать? Так, ну-ка давай нам фотки. Даже не верится, что получится. И мне. Заново. Ладно. Что? О, да иди ты в жопу. Может, надо вдарить по нему? Ой. Ой-ой. Что это было? Мы ее сломали. Да, похоже на то. Ну? Ну? Пойдем дальше? Давай. Как она меня бесит. Она может нормально говорить? Вот правда. Я бы говорила так. Внимание. Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Так, давай я теперь. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Помните, бездействие смертельно опасно. Да, так было бы в 100 раз лучше. Ладно. Да. Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда! Нет, это без меня. Вот это да, я балдею! Ух ты! Давай, поднимайся, садись рядом! Ладно, подожди. Нет, 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 ух нет, ух ты! Нет. Ну я же только села. Оживай! Отстой. Ну, а мне зато понравилось. О, я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда! Сучка, это же книжка каламбуров! Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку?
Попросил плечики. На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову. Ладно, ты готова? Давай. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Я читаю книжку про гравитацию, и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Ого! Эй, смотри! О! О, ничего себе! Я же говорила. Нет, неужели не работает? Не работает. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Она стоит у храма тьмы, древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с тремя руками. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готова? Давай. Первый раунд. Старт. Начинается первый раунд. Черный клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай! Вот так. Он промахнулся. Ты позади него. Скорее бей его в спину. Мощно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья. Да! Он разворачивается и проводит прием «Черная лапа». Что делать? Зажми назад и блок. Когда он проводит комбо, ты выставляешь локти. Ты скользишь назад, но урона не получаешь. Последний блок выводит его из равновесия. Он может встать в любую секунду. Скорее делай вознесение. Да. Он тебя схватил. Чтобы освободиться. Удар рукой, блок, пинок. Это шквал пинков. Так, блок. Так его. Давай спецприем. Вниз вперед. Рукой. Так, вломи. Блестяще. Конец тебе пришел. Добей его. Экран темнеет. Клинки Angel Knives начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. О, класс! Это ультраубийство. Angel Knives торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила! Для первого раза неплохо. Ну как? Неплохо. Да кайф же! Ну, типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут.
А завтра тогда продолжим. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня переводят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марлин, она спуску не дает, всех испытывает. Меня заберут завтра. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Зачем мы здесь? Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли! Райли! Твою мать! Ну куда она делась? Райли! Райли! Ты такое когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета. С каких пор тебе важно мое мнение? Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Ты весь день. Тебя совесть мучает? Хочешь загладить вину? Я тебя прощаю. Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да. Я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря... Те водяные ружья, о которых ты мечтала. Меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз. Ладно. Сначала я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. Что, страшно? Элли, идем! Выкуси, Райли! Нравится?
меня попляшешь. Подлюга! Я тебя замочила. Что? Да ты и не попала. До нитки. Ладно. Считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту. В кого первым попадут, тот проиграл. Ладно. Закрой глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Готова? Ну что, до двух побед? Давай, иди уже. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе конец. Один. Ну, что теперь скажешь? Ты особо-то не радуйся. Считай давай. Давай, иди. Раз. Два. Пять. Кто не спрятался, тот лох. И как это получилось? Вот ладно. Это мастерство. Отдавай мне свой жетон. Ух ты! Еще и издеваешься? Сейчас я тебе покажу. Райли. Я бы рада так весь день играть. Но тебе пора идти. Да, пора. Ну ладно. Хорошо. Давай хоть провожу. Ну да. Сейчас я только рюкзак возьму. Эй, слушай. Я тогда злилась, но... Я серьезно. Уходи. Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Нет! Прошу, не уходи. Я без тебя не смогу. Переживу. И ты переживешь. И мы с тобой еще увидимся. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. На. И что там?
Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А куда? Увидишь. Джоэл!